ты научился? Да вроде более-менее. Давайте шкаф. Не, ну слушай, типа, прикольно, мне нравится ротация. Ты только, я надеюсь, не просто фаерболы кидаешь, но еще и глыбу спускаешь. Ну да. Ну типа три набралось, две глыбы слил, опять фаерболами добил, пока этот бурст идет. Пианист, обычную печеньку за ГП даешь? Так, я тут, если что. Там сразу начисляют за... Сейчас не... Я быстренько схожу, это кольцо за репу новенькое возьму. Ой, вагон. Чё, просто сколько ДПСи? Сколько? Ничего, да. 95. Ну смотри, типа, под укусом, конечно, такое себе мерить, но... Вот первый укус был на Демон Локе, да, я почти его догнал по урону. Нормально. Но у меня здесь что-то 30 примерно. Да. Ну, 28. Ну, типа, нивелировать твоими всякими шмотками. Ну, типа, тринки сильно апают тебя. Я стрелка не могу душу соснуть. Он бездушный. Сразу спекаться тут в этого. Я уже по звуку этого понял, когда Лёхи в Дискорде пьют. Мне, кстати, этот посох тоже DPC поднял. Нормально. Причем часто, да? Причем часто в Дискорде пьют. Ну да. Просто это, Макс, я бы лучше на твоем месте прилив бы взял. Полка, конечно, хороший, но... Да, потом, если что, будет возможно. Да, там много не агрит. Так, не задали токен. Слушай, Миш, а на бомбочку не работает, что ли? Четвертый бонус. Или я не знаю, типа просто вроде трэш близко стоит, а я не вижу, чтобы бомбочки перекинуть. Оно не показывает, у нас там глючи бывает. И там радиус очень маленький, чуть ли там 6 метров. Ой, ну и говно. Там вообще вот в одном фрейме почти должен стоять. Ну это вообще без. Короче, понятно, можно. Только на Марагриме можно поюзать, да? И даже там не надо его юзать. Бесполезно. Не знаю, на лече в хейме валик закинуть наверх, только там ДПС накрутить. На что-то полезное. Смотрю, Йона появился. Угу. Только АФК сидит. Не знаю, что ему нужно. Просто суть в том, не хватит ли ему приора. Да, ему нужен точно поезд, я знаю. А приор у него хп, потому что больше.
А дизарма работает? Да. Кто работал? Кому этот босс миликов не надо? Я бы сказал, там танковский шмот, который нужен. Танковский шмот надо, кроме ступней воина. Восстаньте, чемпионы сильные. Там бывает по две штуки выпадает. Сегодня нихуя не упало, что, блядь. Да вообще. Зачем может упасть ТК? Ни пояс, ни плащ, ни шея, блядь, не упала. Нихуя. Ну тут может две шеи упасть еще, которая на меткость. Кстати, вот играя за Милика, я заметил, что очень много боссов, у которых фрейм гораздо больше, чем вот этот вот кружок. А есть у которых кружок больше, а ну, где их бить можно в миле, там гораздо меньше. Чуть ли не под ногами. Как трэш перед дядя. Как-то у них по-кривому все сделано сейчас. Этим кружок от размера моба зависит, вот и все. Благодарю вас. Впереди вас ждет много опасностей. Не заходи, а то можешь запуститься. Простите. Так, короче, это... Не дайте Финкельштейну... Кому там с Меликов нет? Меня на опыт. Босс. Мне. Так, аудио зайдет, Враска выйдет. Не тянут. Портал поставит, нет? Поэтому с собой уже так. Кирс. Так, это. Шаманы, два холи пала. Вы на этом. Вы на боссе. Вы на боссе это. Кто еще что? Че, обязательно с шаманом? Жену я на хила спекни на этого босса. Да и в принципе. Бля, не ставьте порталы прям в рейд. Женек тоже в хила спекни. Дайте вам рыбу, давайтесь. Здесь какой стоп больше? Дайте лапу. Все здесь поехали. Чужаки вырвались во
помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Кстати, уходит Христа очень колонит. Идут там из детки. Кирс. Пиздюк на фанзары идет. Да, ну и танки агро сорвал с одного удара. Ранвест. Фанзера что? Ну аналогично. Не таунтит. С правой стороны вообще танк есть? Что-то не вижу. Не знаю, там Ауди, по-моему, танчит. Персик поднимай, персик. За гроб слева. Да вы рофлите. Два взрыва и убил. А я под сопрот. Давай. Давай. Вот ты бьешь. Массовка была. Сука. Геру. Геру дайте. Дракон, а чё ты не в танке? Не надо было в танке? Да. Слышал, да. Я ещё трэша сказал. А, так у нас минус один танк был. Срывается, у меня один танк. Два там. Чё, у тебя маны нет, да? Ты что, я умер? Портал восстанавливает. Шамана чёрт, да.
летать не хочет. Блять, стоит Валдырный, вы хуярите большого. Нормально? 5%. Давление бить, блять, большого. Вагону квест. Кто открыл сундук? Я. Yeah. В следующий раз открывает только я. Лутер тот открывает. Норм, шмот. Даже танки и для... да? Че, мы на профайле или на синдру? На синдру. Да, Фарада, ты же стоишь в упор, ты просто разворачиваешь камеру и бежишь. Ну, просто у меня макрос есть, типа, на вмешательство в лока. Я вот... Ну, я им никогда не пользовался. А то сделаешь ран, на тебя притянет, и ты умрешь. Ну, так они сразу портуются туда. Всякое может быть. Поэтому лучше бегать. Пианист, я остаюсь еще в рейде. Пока что комнату идем, то расчистим, а там дальше. Угу. Лока суманули. Все, пошли в комнату. Дайте бафы пока по шаману побыть. Какие тебе еще бафы надо? Думаю, ну, все бафы мне нужны. Каска у тебя есть, все. Даркес, ты сразу после притяжки порталом улетаешь? Проще убежать пешком. Бежишь один из первых. Да. Если сразу портануться, то он еще раз тянет? Да.
Еще может случиться такое, что ты нечаянно боссу на вмешательстве прилетишь. Чего не случайно? Случайно вмешательством в босса влетишь. Каким образом? Вот так. Он же только союзного. Я тоже так думал. Тогда один раз. Воин совершает стремительный рывок к участнику группы. Да. Вот. А как с ним разбить потом? Ну, вот так. Я не понимаю. Когда Синдра находится в цели, и ты тебя в цели, и ты нажимаешь вмешательство. И ты вмешательство используешь на игрока. Миша, можешь не парить, тебя на Синдре не будет. Который находится в цели у Синдры. Я не знаю, где будет крит. А ты понимаешь, крита не будет в рейде там. Никому нужен крит. Не волнуйся, мне похер. Ладно, ладно. Так, я уже понял, что я на сову. Я думаю, РДД зона. Как на будут? Просто у меня на всякий случай в этом в сумке лежит боты вторые с чаркой на. Я перестраховал. Ну ладно, хотя бы не приспорить здоровье. Некогда войско. А у тебя есть войско? Да, есть. Что, дать войско? Сразу убиваетесь.
Darkest там единственное, можно только макрос прописать, на ее нажать. Но сдвинуть ее никак. А квест этот делать на синдру, это что, заюзать как-то или что? Да, конец. Когда она умрет, на нее эту хуйню заюзать, да? Ну, на последних процентах хотя бы один человек должен заюзать. То есть это не на трупе, да? Живой. Угу. Вот на что-нибудь милитари заюзать. Танк. Сейчас символ поменяю в самолете. Че там на синдром квест был? Не был. Не был. Че мне на сову заходить сразу? Сейчас. Адмирал тут? Да, я тут. Блядь. Ты мне надо на сюда. Сейчас сюда придите, блядь. Нормально. Печально. Что подсказать? Ничего. Френдик заходишь, кстати, в рейд. Не в хиле оставаться? Да, Женек, ты в хиле оставайся. Плюс один. Все, в принципе... Такой будет рейд на... Два ДК танка, да? Два ДКшки. Есть возможность меня на клавиатуре поменять? На пинг скачет. То есть там бегать надо, тут бегать нужно. Куда ты чисто косишь, блин? В смысле косишь? Блять, у меня пинг 800. Ты можешь спросить у Фанзера и у Пухана, у них тоже пинг скачет, как ебанутый. Так, пока пере... Откуда? Проведи себе оптоволокно. А. Денег дай. А где ты живешь? Какой глушь? Адмирал, вот, да. У тебя от Лена приста нету. От Ленина, от Ленина приста нам не скидывала, секундочку, сейчас. Если есть, то иди ее крестом в лице. Окей, сейчас, секундочку. Так. Борисовна. Думаю, она против не. Мне же бабл скидывала, а не Лена. А, точно, вот он. Так. Видишь, в чем прикол, как бы, вражка?
Сам интернет-то нормально грузит. Проблема, блядь, какая-то с серваком сейчас. Он либо перегружен, либо что-то еще. Потому что у меня по скорости вообще все охуенно. И как бы соединение само по себе не пропадает, но подвисает. Так, она пароль поменяла. Сейчас я ей напишу в ВК. Напиши, но она там, может, еще бухает. Она в сети. М? Что? Потому что она вчера праздновала дебюху, а может, сегодня еще не отошла. Странно, мы не так далеко, типа, чтобы у нас была разница к серверу большая. Перезаходи, я не знаю, меняй канал, ну, в смысле, так, как перезаходишь на другой. Осталось Синдра, Проф или Ич. Как еще на Синдру сейчас? Давайте все это за раз вьем, потому что неохота 100 сопротов. Я специально этих боссов поставил так, чтобы сопроты выпивали на всех трех боссов. Да, это удобно. Все, дала пароль. Заходи на DC видео. Сейчас я все макросы удалю и эти. Япончик, спекайся в ШП. Так, я тогда от себя выхожу. Ну опять же, если не будешь справляться с ее ДЦ на личе, то придется на своего дня. Надеюсь, что справишься. Справиться справлюсь, но у него в прист по мане садится пиздец. А твой что, блядь, не садится? Ну, в Т5 садится, а до этого вообще не садился. Ну и вот и хилит жестко. Что это за упырь у тебя, Олимпиарский? Вы пробегись на нем. Ты это... Донатор. На бочке. За лояль. Когда я тебя сменю на второй базе, я про ноль, что надо меня менять. Нормально он прыгает. Сейчас, Лёх, одно мгновение. Давай, адмирал, ждем ты пути. Окей, я понял, сейчас я. Так. Я же все переделал у себя и у нее этот. Ну, в смысле, это. Старые настройки. Сейчас я прям буквально немножечко. Минус 3. 2. Теперь... Греет, тебя сунули, рыбу поставил, что ли? Понял. Так, ой. Чиня.
Илья. Так, в Монте. Да я проще все-таки, скорее всего, перезайду, в настройки перекину. Талант ДЦ задействован. Образом на x1 у человека уже первая категория со всеми плюс. Может быть донат? Экстра поставки там каждый месяц. Два раза 31-я лояльность, пиздец. Кстати, ну блин, закинул админом, сказал. Вот Миш, видел пристачи зарп? Он у нас, по-моему, был раньше в гильдии тоже. У него же тоже. Он начал играть, когда у нас по третьей карте уже было. Он себе задонил, у него сейчас первая карта. Пианисты тут? Да. Ты не слышал про вне категории? Будут делать? Обещают давно. У меня уже плюс на подходе. Не переживай, у тебя еще покопится. Будет хаос скоро. Кстати, в натуре будете квест, кстати, на синдру. Кого квест? Ну что там, адмирал? Чекер за квестом можно, да? Понимаю, сейчас еще пару маневров. А гильдия хаус, ты говорил, вот это вот откроют. Уже даже видос выпустил. Забирай, точно. Шнёк, Бенёк, микрон. Сейчас я возьму квест, тебе предложат, по идее, не жди. Что такое, Фрэнди? Так, правый, первый. Нет, значит, правый, второй. Так, это подвинул. Менюшкой. Сейчас только менюшку подвигаю и все. И все, огонь. Я готов. Почти. Так. Что, дали тебе друид квест, не? Даю проверку на бафы. У меня тоже нет квест. 300 баф. Там молитва, исповедь, все, окей. В принципе. Все. Ну, в принципе, лапу пойдет. Дай. Раз, как позор. А сумануть, или мы добежим уже? Миш, чекни ГБ четвертую ячейку, там где сопроты Гена написал. Рыба стояла. Раз. Даю проверку. Народ, 20 минут, блядь. Не похер, просто. Даю отчет по отчету. Yeah.
хил рейда. Встань тут. Стаков набираю. Собак. То же самое медики. Морожением. Поближе разгазона. Тяжко. Метки вносим. Беладон, Раска, Гримперс. И кончик. Стаки. Я стать хочу, пиздец, уже минут 10. Сейчас, секунду, они пока мы еще. Чуть правее. Мало. Середина близко. Разбиваем выбор. Готовимся и вынесем. Персень. Стрела до депо. Враг. Право. Право. Тут БР. Стопнут. Кто не бьет, блядь. Слева далеко. Погибни!
металлом. Алло. Близко. Дела. Имперский. Бафы дайте попасть. Первый у него Геро. Так и не всем. Роман выбежал лево. Лево, левее, левее. Мелики пошли разбивать. Япончик середина. Идите от него. Так и сбрасываем, сейчас ты. Спасибо. А что пройдет за? Это за место. Имперский следующий дело. Ну, там место подними пока. Квест юзайте. Имперси середина. Ты тяжко. Захил вин. Бросил. Беги, малышка, беги! Дела. Конца до игр. А синдром бить можно? Я отошел в центр, я не знаю, зачем бить. Да. Ты не виноват. Есть синдром. Припишите наконец-то. Свободно. Деталь. Толик, это жестко. На верхний ярус профа. Никто не сделал, походу. Квест это. Я сделал. Иди заюзай на нее. Просто поднимите. Поднимите квест этом и все. Я тоже сделал квеченое. Квест этом надо поднять, да? Синдра. Надо было. Давайте на нее тыкни просто. И потом еще взять квестовый итем с сущностью. Серёха, можно там поменяться с кем-нибудь профа для ачива? У нас проф. Можно, если не нужен я комп ребут, но 6 кадров в секунду. Квест с ДС вроде как в драконьем погосте. Да. Мне проф в хиле оставаться или спекс? Лёха, на профе нужен, нет? Стой, а где квест сдавать? Туда пиздавать, наверх? В драконий погост. Драконий погост. Хорошо.
Это, мне в ТД или в хиле? Чистила? Да, вроде нет. Не, чистила, да. Ну, чистили. Да, ну. За дерзко. А 738 это за что начислили? Не знаю, я бы пристам ГП дал бы. Хуй кто бафнул пристам баф. Даже попавшим. Я его лично 3 раза давал. Не звезди. Это тебя не было, я его давал 3 раза. В смысле, я в рейде стоял. Когда ну, я не виноват, что он тебе не давал. Но у меня до сих пор нету. Ну, сейчас Лёха, есть. Что? Я ком перезагружу по-быстрому, а то у меня FPS вообще. Давай быстро. Ты где сдох, Дедлик? Ставьте почту кто-нибудь, пожалуйста. Те ж пинг, Драгон. Ладно. Спасибо. Профа не убивал ни разу Хэм. Нет. Я же перед этим все время улетала. Я переезжал пока. Профи. Че? Там Летрик же нужен один диван же у нас. И кто-то из хилов будет давать. Короче, здесь. Зеро в Летрика. Пенек в хила. Остаешься в хила. Хорошо. И... Лех, на профа нельзя будет зайти? О, пусть вместо меня заходит. Чем не вагоны? Да, я спрашиваю. Один лагает, второй, блядь, все это. Да, вроде пинку получил. Вразка проф надо? Нет. А вот как он заходишь. Опять же, будешь лагать сразу. Пожалуйста. Вот лагов. Зеленый. Зеленым дебафом. Все бусты. Вставляется. Под слизней, под перифазу. И это. А, и кучнее держит. Плюс. Вот, ты ж был в прошлом? Да. Ты еще и, в принципе, все. Агро, смотрите, не рвите. А полными. Радиатор ребут. Очень не зашел. А у меня у одного пианиста он или подлагивает, или говорит, вот когда кнопку отпускает, не договаривается последнее. Часть фразы. Нет. Ни одного.
Что, пуляем, нет? Гладиатор, я еще не дошел. Гладиатор. Давайте сотни пойдем дальше. Него. Лучше. Генус. Генус, он где? Где буквы? Он сидит, не разговаривает. У него там АФК написано, чекни, тут он нет. Здесь? Кто не АФК, давайте посмотрим. Ладно, в раску. Просто все подряд АФК, что? Значит, тех, кто подох. Тут аккуратно. Можно пристать? Бафы дайте.